Пожарная сирена на этот раз это не сигнал тревоги, это всего лишь извещение о том, что здесь, на Бугаевской 48, проходит учение МЧС. Спасатели рассказывают, задачи учений – отработка рабочих моментов, связанных с выездом спасателей и пожарных машин на место происшествия. Они проводятся во всех районах города. Одесситы, которые оказались на месте учений, признаются, вначале были напуганы, но потом заявили, что такая тренировка просто необходима спасателям. Ведь в случае реальной угрозы пожарные смогут оперативнее попасть к очагу возгорания. Правда, практичные горожане говорят, опасность легче предупредить, чем бороться с последствиями. Поэтому нужно самим проявлять осторожность и не шутить с огнем. Конечно, бдительности мало, особенно в молодежи. Там бросили сигарету. Надо больше бдительности. А вообще надо проводить такую работу, чтобы объяснительную, чтобы люди знали, особенно молодые, что это пожар приводит к очень большим избыткам.